Более 200 участников из более чем сотни университетов. В Белорусском национальном техническом университете прошел 9-й ежегодный форум вузов инженерно-технического профиля союзного государства. Главная задача форума – обсудить актуальные вопросы развития инженерного образования и наладить партнерские отношения с другими вузами. Форум уже перерос в такое грандиозное международное событие. Почему? Потому что в нем принимают участие не только вузы Беларуси и России, но и ряда других стран. Участвовать в работе 4 секций можно как очно, так и через онлайн-платформы. Организованы видеотрансляции всех лекций. Участвуют именно преподаватели, научные работники. Ну, к ним можно отнести аспирантов, докторантов, вот, и магистранты, и студенты. Они сегодня вот присутствуют у нас как раз и работают в рамках нашей секции. Лейтмотив форума – Арктика. Специалисты обсуждали усовершенствование технологий для работы при низких температурах севера. Да, все наши доклады, которые сегодня озвучены, будут на форуме и уже озвучены, они все имеют применение на практике. Также есть внедрение тех же самых, как в белорусское производство, то есть на белорусские предприятия, так и на мировом уровне. Форум проводится в год столетия университета. В честь праздника вуз организовал памятную эстафету по главным промышленным объектам страны. Мероприятие, проводимое сегодня, названо эстафетой огня, которое чествует не только университет, но и предприятие, которое постоянно сотрудничает с университетом, оказывает ему содействие и является потребителям услуг университета. Почти на каждом предприятии инженерного профиля работают специалисты, которые получали образование в БНТУ. Университет обширно сотрудничает с производствами, чтобы студенты сразу применяли свои знания на практике. На сегодняшний день у нас существует 2 филиала кафедры. Наши конструкторы ведущие дают некоторые предметы и обязательно проходят практику у нас, здесь непосредственно на заводе и в нашем испытательном центре, который обладает большим парком оборудования и техники для испытаний. Юбилейный огонь успел побывать и на белорусской АЭС, где работают недавние выпускники БНТУ. Конечный пункт эстафеты – университет. Туда факел прибудет 10 декабря, в день столетия БНТУ.